В Мурманской областной думе создана рабочая группа по совершенствованию законодательства о поддержке коренных малочисленных народов Севера. Представители власти вместе с членами собрания Саймсабар утвердили план работы на 2019 год. Будут проведены совещания, на которых рассмотрят проекты законов о правовых гарантиях, оленеводстве и государственной поддержке тех саамов, которые ведут традиционную хозяйственную деятельность. Председателем рабочей группы избран Владимир Мищенко. Мы ставим перед собой цель отревизовать наши законодательство и в то же время выходить с инициативами на федеральный уровень с целью улучшения положения коренного малочисленного народа Севера, который ведет традиционные виды хозяйственной деятельности. Вот это хотел бы особо выделить, то, что у нас есть ряд представителей сами, которые уже не ведут хозяйственную деятельность, именно традиционную.